Сотрудники МЧС Ленского района продолжают акцию «25 добрых дел», посвященную празднованию 25-летия МЧС России. Так, на днях в пожарной части была организована экскурсия для школьников. Подробности в нашем сюжете. Учащиеся третьей школы получили возможность ближе познакомиться с профессией пожарной. Первым делом сотрудники МЧС, собрав ребят в аудитории пожарно-спасательной части номер 1, рассказали об истории пожарной охраны, а также об истории министерства. Также в учебном классе посмотрели, ребята примерили аппарат для средств защиты органов дыхания и зрения. Им очень понравилось. Также ребята смогли посетить музей пожарной части. Зрелищным оказалось инсценированное дорожно-транспортное происшествие на учебно-тренировочном полигоне пожарной части с привлечением сотрудников ГИБДД и скорой помощи. По легенде, сотрудникам МЧС нужно было вскрыть искореженный автомобиль и уже совместно с работниками скорой помощи извлечь из него пострадавшего. Ребята с восторгом наблюдали, как быстро и слаженно действовали спасатели. И практически каждый запечатлял все происходящее на свой мобильный телефон. Уставшие, но довольные, раскрасневшиеся ученики с неохотой покидали пожарную часть. И, скорее всего, по пути домой многие мальчишки всерьез задумались о выборе своей профессии. Останется только выбрать – стать пожарным или спасателем. Светлана Балеева, Алексей Семенов, НВК Саха, Ленск.